Ну что ж, с добрым утром, дорогие зрители. Мы рады, что вы с нами встречаете утро среды 30 января. Мы говорим вам здравствуйте. Да, и тема нашего сегодняшнего эфира – «Салам, Казань». Без лишних вступлений я хочу представить уникальный коллектив. У нас в студии народный татаро-башкирский ансамбль «Юлдаш». Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, как давно существует ваш ансамбль? Мы существуем уже больше 10 лет. А как переводится «Юлдаш»? Что это значит? Очень красивое такое название. «Юлдаш» — это спутник. А, в переводе спутник. Попутчик. Попутчик, да. Спутник. Спутник, да. Ну и скажите, много у вас спутников в лице ваших зрителей? За эти 10 лет? За 10 лет, да, много. А какие песни вы в основном поете? В основном мы поем татарские народные песни, татарская эстрада. Угу. А что больше нравится вот просто вам как коллективу? Эстрадные песни или народные? Ну, честно говоря, мы поем и народные, конечно, татарские народные в основном. Угу. Вот. А что вы сегодня исполните? Сегодня мы споем татарско-народные песни «Зангер Шиляк», как переводится «Голубое ведерочко». Голубое ведерочко. Да, вот как красиво называется. Песни о дружбе, о любви, о верной дружбе. Ну, хорошо, мы с удовольствием послушаем, да. Так что начинайте. Пожалуйста, ансамбль «Юлдаш» в студии программы «Наше утро». «Юлдаш». Ну что же, за камерами сейчас прям пустились пляс, дорогие друзья, наши зрители. Я думаю, вы делали то же самое. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, за то, что исполнили эту потрясающую песню. Но я напомню, что в гостях у нас был народный татаро-башкирский ансамбль «Юлдаш». Ну что ж, ну а прямо сейчас давайте сменим немного тему и от вокала перейдем еще к одному очень важному искусству, искусству кулинарии. Да. Искусству готовить. Ведь прямо сейчас рубрика «Хозяйки на заметку» и очередной рецепт от нашего шеф-повара.